Всем привет, друзья! Хотите подать на американскую визу? Визовый кейс готов, план поездки составлен, согласован и подтвержден американской стороной. Анкета DS-160 уже заполнена, консульский SEFIS-сбор оплачен, но нет свободных дат для записи на интервью в консульстве США в вашей стране? Выход есть! Полезный лайфхак от эксперта направления США Элеоноры. Есть несколько вариантов решить проблему. В настоящий момент горящий сезон и в консульствах визовый ажиотаж. Не все знают, что существует возможность записаться на интервью через платный бот или податься на визу не в своей стране, и это разрешено. Например, мы подаем наших клиентов в Литве, Польше, Сербии, Греции или Чехии. При этом интервью проходят, как правило, на русском языке. Что касается свободных дат, то здесь мы отслеживаем временные окна и сразу же их бронируем. Например, в посольстве США в Варшаве есть окна на некоторые числа августа и частично на сентябрь, прямо сейчас. И еще, подача на визу за границей существенно повышает шансы на положительное решение. Проверено. Многие наши подписчики и клиенты, кто давно нас знает и следит, помнят, что с 2014 года несколько лет мы работали исключительно с отказами с разными клиентами из России, Украины, Узбекистана и Кыргызстана. К нам до сих пор приезжают большими группами, которых привозят в Москву оптовики из Средней Азии, чьи клиенты в зоне риска в родной стране по различным причинам. Мы можем более детально поговорить об этом, так как огромное количество времени посвятили сбору важной практической информации, которая просто базово необходима для нормального функционирования любого визового центра. Особенно, если у экспертов приоритетная задача повышать статистики и шансы своих клиентов на положительное решение. Что касается бота, то запись через бот дает возможность ускорить процесс на 2-3 недели минимум. Бывает и больше. Оставайтесь с нами, и в следующий раз мы расскажем, какие бывают визы в США, как поехать в Штаты по спорту, к родственникам, друзьям или на обучение, какие бывают возможности легализации, как решается проблема трех и более отказов в американской визе, зачем приезжие меняют статус в США, как пройти социальную адаптацию и почему многие выбирают студенческую визу F1 для легальной работы и многое другое. А если вы хотите подать на визу в США прямо сейчас, свяжитесь с нашими менеджерами. Доброго дня! Визы дают там? Супер! Здравствуйте! Вам дали визу? Алексей, дайте визочку. Я вообще дочка, да? Из Кыргызстана. Скажи, как тебя зовут и что здесь делаешь? Друга, да? Как он готовился сам, самостоятельно? Самостоятельно. То есть сделал анкету, да. А по какой визе, какую визу запрашивают? Только Б2? Б, на туризм, да? Понятно. А как давно вы здесь, в Москве? У меня уже а почему не в Кыргызстане, а здесь решили подавать? Я понял. Через сколько товарищ будет? Наверное, полчаса. Через полчаса. Ну вот вместе товарищи ждем.